Сегодня в Кузбасском театре готовятся к премьере мюзикла «Голубая камея». Один из самых важных и масштабных проектов. Андрей Торопов заглянул в костюмерную и увидел, где шьют точные копии нарядов 17 века. У театральных плотников уже четвертый месяц аврал. Делают сложнейшие царские декорации для исторического мюзикла о княжне Таракановой. Для станков основа, она делается из металла. Она должна легко разбираться, легко транспортироваться. Все декорации для премьеры делаются именно здесь, в отдельно стоящем цехе. Построен он в 60-е годы. Размером 16 на 16, это точная копия сцены. Вот, например, уже готов трон для Екатерины II. Очень удобно. Одежда для сцены размером 130 квадратных метров отпечатана на текстильном принтере. 7 оригинальных так называемых задников по количеству картин в действии. Сегодня вручную доделают Венецию. Главная же работа в соседнем цехе. 6 белошвеек по 8-10 часов сидят за машинками. В премьере нужно успеть сделать около 500 исторических костюмов 17 века. Художники проверяют каждый экземпляр. Много вышивки, много, знаете, какой-то помпезности в костюмах, я бы так сказала. Представьте, бархат, кружево, камни, броши. Любили гламур. Гламур, да. Шикарные костюмы для главных героев практически уже готовы. Артисты иногда приходят лишь на примерки. Вот одно из трех платьев Екатерины Великой. И камзол графа Шустова в алмазах великолепен. Сейчас в костюмерном цехе уже отутюжено и готово к генеральному прогону 150 сюртуков и платьев. 5 раз актеры будут переодеваться за время действия, и все, вплоть до застежки, должно работать идеально. Премьера мюзикла «Голубая камея» запланирована на 31 мая. Андрей Торопов, Павел Чернигов, Вести Кузбасс, Кемерово.